Пусть рап конфликт, мои рок-братья и рок-сестры. Те, кто не был человек, хотел бы познакомить с этим человеком сегодня. Это Даниил Фэй, художник, который нарисовал всю эту фигню. Слепил своими руками, создал из ничего, точнее из пластилина. Спасибо, Даниил, огромное тебе за это. Аплодисменты, я считаю, что это очень круто, например. Поехали! Прямо сейчас, пока не началась эта схема, когда стены делают смерть друг напротив.